канал «Место прописки планета Земля». С вами Жанка Англичанка. В этом видео хочу сделать небольшой анонс о том, что вы увидите в ближайшем времени на моем канале. Сейчас наступила осень, и для меня это время собирать чемоданы. Я отправляюсь в новое путешествие. И сейчас я, конечно же, к нему готовлюсь. Это путешествие будет необычное, не как обычное путешествие, а будет такое кругосветное путешествие. В течение 12 месяцев я планирую посетить около 15 стран. Надеюсь, что все получится, все будет хорошо. В каких-то странах я уже побывала, какие-то страны будут совершенно новые для меня, поэтому мне так, конечно же, интересно и немножечко страшновато. Вы все увидите, я вам покажу везде, где я побываю, поделюсь с вами своими впечатлениями. Но это не самое главное. Самое интересное то, что я решила сделать две новые рубрики на канале. Буду стараться закидывать новые видео каждую неделю. Такие рубрики. Одна рубрика это будет... Хочу делиться с вами советами, рассказывать вам о том, как вы можете, например, получать бесплатные авиабилеты, как вы можете путешествовать и не платить за место проживания, ну а также другие полезные советы для начинающих путешественников, ну и, надеюсь, для бывалых путешественников тоже будут какие-то полезные советы, информацию вы найдете на этом канале. Так, дальше следующую, значит, интересную рубрику я решила сделать новую. Вам, наверное, конечно же, очень интересно всем узнать. Меня часто задают вопрос такой, откуда деньги, как у вас так получается ездить и как вы зарабатываете. Я вам расскажу, это будет новая рубрика тоже, я буду каждую неделю стараться. Посмотрим раз в неделю новое видео о заработке через интернет, конечно же, с помощью интернета. Я буду проводить уроки, вы узнаете, как можно заработать разнообразными способами, способами, которыми пользуюсь я, и способами, которые пользуются другие пользователи интернета. Расскажу вам, как построить, сделать свой собственный сайт, как начать вести блог, как зарабатывать, наверное, вы слышали о рынке Форекс, это валютный рынок, я вам расскажу, как можно на нем зарабатывать, а также... например, такой способ, как сделать ставки. Все об этом я вам расскажу, поэтому будет все очень интересно впереди. Подписывайтесь, тогда вы не пропустите ни новые рубрики, ни новые видео, будете всегда в курсе дела. Сейчас я вам скажу о том, кто победил в моем конкурсе. То есть я провела конкурс, вы знаете, и победитель, пользователем с таким интересным именем Вау Биг Петер. Я вас поздравляю. Личное сообщение, я вам напишу, что нужно сделать. То есть вам нужно будет написать мне адрес, куда выслать вам этот подарок. Очень здорово, спасибо за то, что вы смотрели мои видео и за то, что вы нашли ответ. Вы самый первый прислали мне ответ, и я вам за это очень благодарна и поздравляю еще раз. Ну, а для всех остальных не расстраивайтесь, кто не победил, будут еще конкурсы. Я надеюсь проводить еще новые конкурсы в будущем. И опять же, не забывайте о том, что, о моих новых рубриках, чтобы их не пропустить, подпишитесь. И сейчас, в данный момент, пока я готовлюсь к новым рубрикам, к новым путешествиям, к моей поездке, предлагаю вам отправиться со мной в виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу. То есть с завтрашнего дня начнутся видео о Санкт-Петербурге. Надеюсь, вам понравится. Смотрите, подписывайтесь. Всем спасибо. С вами была Жанка Англичанка. Всем пока! Итак, друзья, сейчас я вам покажу, как я выбирала победителя конкурса. Я уже открыла папку. Это входящее сообщение. Вы видите, вот с правой стороны написано от 16 числа. Вопрос задавался 17 сентября. И самый первый, кто ответил правильно на него, получает приз. Сейчас вот я проверю. Так, значит, первое у нас идет... 16 числа я не буду проверять, потому что вопрос я отправляла 17-го, и поэтому открывать я буду, вот уже есть у нас ответ от 17 числа. Это пользователь с именем Валвик Петер. Так, вот мы... Почему-то два ответа. Сейчас. Так, сейчас мы просмотрим, что здесь у нас написано. Так, пришло 17 сентября... Ответ. Так, я смотрю через фотоаппарат, поэтому мне Жанка Англичанка. Привет, это Португалия. Да, это правильный ответ. Видео называется «Узкие улочки Алфама, самый старый квартал Лиссабон». Так, ну это правильный ответ. Ну это правильный ответ, да, совершенно верно. Вы угадали. И
Я вас поздравляю, вы будете победителем. Дальше у нас также идут... Ну, дальше у нас идут сообщения, то есть, в принципе, смысла уже их нет сейчас просматривать. Конечно же, я их все просмотрю, отвечу на какие-то вопросы и постараюсь всем ответить, все, кто прислал. Вот видите, здесь идет у нас по 19 число. Я всем все просмотрю, на все вопросы отвечу. Но победитель, вот пользователь, еще раз повторяю, пользователь Валвик Петр. Я вам сейчас отправлю сообщение, что вам необходимо сделать. Вам нужно будет дать адрес, куда отправить ваш подарок. Все, поздравляю. Еще раз, вам отправятся часики Биг Бен. Или как сейчас называется, это башни Елизаветы. Ну все, спасибо всем за просмотр. Всем пока!